Вот и осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Сережки и Наташки, теперь мы первоклашки. И смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины, Саши, Вадики. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. На уроках не спят, только ручки скрипят. Сегодня в поселке Ахтырск
особенный. Над нами песни звонкие звучат. В честь первоклассников 2018 года мы начинаем праздничный парад! Комиссар
Ведь они очень хотят начать свой путь в страну знаний. И 15 мальчишек, задорных, всегда желающих узнавать что-то новое и интересное. Это творческий, веселый и активный класс. Классный руководитель 1 Б-класса, Братцева Анна Сергеевна. Перед вами 14 веселых и находчивых мальчишек, которые еще вчера гоняли футбол и не знали, что такое букварь. И 18 очаровательных, смышленых красавиц-девчонок, которые поменяли игры в куклы на школьную парту. Это задорный, спортивный, трудолюбивый класс. Смотрите, какие у нас первоклассники! Нарядные, опрятные, умные. Пусть будет их детство счастливым и праздничным. Встречайте будущее страны! Дорогие первоклассники, в этом году вы стали полноправными членами большой школьной семьи. Впереди у вас много интересного, занимательного и познавательного. А с этим знаменательным событием нас спешат поздравить первоклассники школы номер 42. Дома кроме.
Очень трудно что-то делать первый раз. Здравствуйте, здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте, учителя и родители! А знаете, мы, сынишка, твердо решили, в этом году пойдем в школу первый класс! Да-да, им тоже будем первоклассниками! Первоклассникам ура! Так давайте веселиться, детвора! Будем веселиться! Thank you.
Все, я готова. Что опять не так? Портфель. Миша, я не знаю, что нужно класть в портфель. Что с тобой берут ребята? Давай посмотрим. Так, может, там уже что-нибудь есть? Есть! Да ничего нет. Ребята, вы знаете, что с собой нужно класть в портфель? Миша, так и быть, прошу, у ребят они мне помогут. Значит так, друзья, если это кладем в портфель и берем в школу, вы должны громко хлопать.
Для взрослых. О, для взрослых. Значит, нужно их позвать, правда? А как мы с вами встречать взрослых будем? Ладошки приготовьте. Отлично. Так, приглашаем. Я просто плохо читаю, но я уже научилась. Итак, приглашаем на сцену директора средней школы номер 10 Ирину Яковлевну Чьяную. Папаша, простите. Приветствуем заместителя директора средней школы номер 5 Галину Анатольевну Дульцеву. Ирина Яковлевна начала.
Дорогие наши первоклассники, дорогие наши родители, сегодня я от души очень рада поздравить вас с таким замечательным праздником и с началом совместной нашей школьной жизни. Уже наступил для вас этот новый жизненный этап. Вы стали школьниками. Это этап полон новых открытий, впечатлений, достижений, побед. Не скрою, конечно, на этом пути будут трудности и преграды, но мы, школьные учителя, конечно, поможем вам преодолеть все школьные невзгоды. Будем всегда рядом, направлять, вдохновлять вас и надеемся, что школьные годы станут самыми счастливыми в вашей жизни, подарят свет знаний, научат доброте и справедливости. С праздником всех! Спасибо, спасибо вам большое! Ой, как же так, я забыла! Ребята, букеты самым красивым и умным директорам поселка Ахтырска! А остальные ребята просто-просто аплодируют!
таких маленьких хулиганов? Я даже не знаю. Может быть, вы меня прямо здесь сейчас научите? Так, научите? Представляете, научат. Я тогда попрошу вас сейчас, каждый. А ребята обязательно выполняют задание. Вы даете задание ребятам, а весь зрительный зал ваше задание должны выполнить. Кто у нас первый начнет? Кто самый смелый? Славно гордитесь, не за нет из
отменно, заметно, отлично учитесь. Ждет вас много новых открытий. Это замечательных, ярких событий, новых знаний, идей и затей. А еще здесь найдете друзей. Готовим вторую ладошку. В сентябре началась ваша новая жизнь, ведь за парту позвала вас школа. С прилежанием, с радостью в школе учитесь и стремитесь к знаниям новым. Пусть вам помогут в учебе друзья и желание цели добиться. Побеждайте! Верьте в успех!
Здравствуйте, ребята! Какие молодцы! Мы хотим вам пожелать и поздравить вас с этим важным событием, которое сегодня открывает для вас школа. Желаю вам никогда не бояться и быть уверенными в себе, смело преодолевать урок за уроком, быть послушными и любознательными, в портфелях носить только пятерки. Всем больших успехов, крепкой дружбы, хорошего настроения и веселых приключений! Дорогие ребята, перед вами сейчас открылась длинная дорога в новый мир знаний. Хотелось бы вам пожелать быть прилежными и, самое главное, дисциплинированными. А еще я хочу вам пожелать над головой мирного неба, а на столе чистого хлеба. И мы, со своей стороны, постараемся сделать все, чтобы вы были хорошими, достойными людьми нашей Родины Кубани и Великой России. У них нервы, ого-го, силы.
Всем пока!